everybody wants to come after you now when they're looking towards champions. When you think about this team, what separates you from the rest? How will Gambit continue to stay above everyone else? Короче, то, что на тебя будут все равняться, все знают, то, что ты классный игрок, вот, как ты в будущем себя будешь проявлять. Так и что ответить, ебать, на этот вопрос? То, что будешь становиться лучше, типа, то, что меня никто не догонит, тому подобное. Как хочешь, можешь. Скажи, просто буду развиваться дальше, и все, I'm just can progressive on next...